тупо штурмом. Давайте, да. Парни. Слышь, это воруй эти украшения, потом драгоценности будем шлепать. Я нашел одни украшения. На этой миссии, походу, качаться можно будет. Это что за часы? Нет, не то? Украшение. Да, это то. И вот еще украшение. Вот да, украшение. Да. Я не могу их воровать. А, чё? У меня ж сумка, потому что. Я положу украшение сюда. И сюда, и сюда. Я его это, кинул. Я... Туда, на улицу. А я их покидал около. На улице не надо, там турель будет. Давайте на второй этаж штуки все, ладно? А где, твою мать? Тут копов до жопы. Одна сумка на улице. Блин, я сейчас упаду, ёб вашу мать. Вы опять там за свое взялись. Я накидал две сумки на второй этаж. Ой, какая музыка. Ой, извини, гражданский. Я тоже убил гражданского. Вы, как всегда, кое-что забываете, Макс. Знаешь, что именно? Да, Серег, похеру, делай сам уже тогда. Ладно, ладно, мне больше достанется. Умничать будет. Сейчас я вам помогу. Как ты упал, блин? А я-то как упал? Просто так взял и упал. Сейчас я вам помогу, парни. Ой-ё. Ай, да как так-то? Всё ХП сняли. За секунду. Надо последнюю сумку взять. Бери. Да тут их несколько последних сумок. Давай, Макс! Вон драгоценности все валяются. Давай их берем. Где, уходим. Где? На втором этаже все. Мы все взяли. Копы тоже здесь. Ох, ёк! Я их перестрелял. Хорошо, все. А где машина? Бежим. Машина-то где? А, кстати, и правда, где? Ждем, пока приедет. Давайте пока магазинчики другие пограбим. Мы ведь вы кассу забываете чистить. Там по одной 3000 валяется обычно. Машина где, турель что ли стоит? Пока здесь не указана же машина, верно? Вот, фургон возвращается, слышите? Блин! А-а-а! Вон фургон! Я тебя спасу, злой! Злой, я тебя бегу, я тебя не брошу! Давай фургон, за мной! За мной, к фургону! На втором этаже еще куча сумок. Ё-моё, он только-только приехал, блин. Погнали, погнали. Все, берем сумки, короче, быстренько сваливаем, блин.
сумки уже на внизу, это менты их туда перетаскали. Суки! Менты я беру обувь вторую, быстрее! Все, я понес. Я взял! Это не моя сумка, но я рад. Вон там еще одна сумка валяется, блин. Ну ладно, валим отсюда. Где еще? Неважно, все, валим отсюда. Там куча копов. Ну, сейчас быстренько продержимся и сбежим, да? Должны. Сумки не хотите перетащить, блин? Куда? Чтоб копы не забрали. А снайперов я убиваю. Сюда хотя бы. Куда сумки надо? Ну, блин, как вчера, блин, делали в этом магазине. А. Причем лучше все. Ну ладно, все так все. Как вчера ж мы их перетащили, чтобы их не забрали. Фига, я с сумкой бегаю нафиг. А не потому, что тут не деньги, блин. А. Они же все, все сумки. Опять гражданского убили. Тьфу, ебать, вот так. Ой, урон так больно-то как, откуда кто стреляет, вообще ничего не понимаю. Дверь бы закрыть сейчас, да как мину туда положить. Откроют сразу бу-бум, а потом из всех стволов покрошить всех. Хороший день. И все. Выкуривать замучаются. Берите сумки, за мной! Все, погнали с сумками. На крышу давай сразу их отнесем. Быстро, быстро, быстро! На вертолете надо будет? Вон, да, вертолет, да, уже почти прилетел. Там еще сумок дофига. Ну, возьмем еще сумки. Там снайпер. Пойдем за сумками. Мочи его. Ух ты, блин. Еще сумки остались, да? Да, еще возьмем. Ой, как я упал-то круто. Аж не поранился, блин. Ну так это не арма, сынок. Убирайте сумки. Я сейчас тоже заберу. Все, последние сумки, давайте, быстрее, быстро, быстро, быстро! Бегом, бегом, бегом! Бегом, 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 бегом! Ах, Нико! Все, сумок дофига. Ну все, Ваня. Вы можете зарыться. А, отлично! 30 тысяч всего лишь навсего. Неплохо. 125 кэша. А наличные 55 тысяч. Неплохо. И опыта тоже нормально. Ага. 16-й. О, АК-762 наконец-то доступен мне. Да, круто. И золотой мне еще доступен. Мне нужен только обыкновенный. Мне золотой. Я крутой. У меня тоже. Шейх. Чего? Хренов. При чем тут шейх? А кто еще золотой АК проберет? Только шейхи. Ни хрена, я крутой наркоторговец.
Ага, ну ладно. Ших. Наркош ты наш. Дерьмо. Блин. Оружие не смог взять. Маска. У меня опять дерьмо. Мне бабки дали. Ни хрена себе, 80 косарей дали. Средний глушитель какой-то. Неплохо. Инвентарь. Поздравляем. Вот. Ака это уже, да, это уже что-то. Акашка. Еб твою мать, 350 тысяч он стоит. Золотой АК стоит 372 тысячи. Урон. Ты что такое дорогое-то, а? Бредятина какая. Блин, все равно АК-72 350 тысяч, я вас умоляю, в Америке он стоит 2 максимум, самый лучший. 2000.